Во Владимире открылась экспозиция вышитых картин «Мир красоты». Это уже 265-я по счету выставка Клары Сухаревой. Врача по профессии, художника в душе. Клара Семеновна вошла в Книгу рекордов Гиннесса за создание первого в мире экслибриса, вышитого в графической манере. Учитель, автор многих книг, новатор в искусстве вышивки. И, несмотря на это, муки творчества ее не покидают. Но одинаково страдания перед каждой картиной. Потому что, как у любого человека, который занимается творчеством, всегда возникает вопрос, сумею ли, осилю ли, правильно ли я делаю. Вот эти сомнения всегда остаются. И в процессе работы приходится менять. Даже иногда приходится не только менять, а использовать разную технику исполнения. В зависимости от того, что изображаю, животных, птиц, портреты людей или какая-то архитектура. За более чем 40 лет творчества Клара Семеновна овладела 27 видами вышивки. Крестиком, художественной гладью, атласным швом, бисером и многими другими. Работает Клара Семеновна и в авторской технике. Эти картины, на первый взгляд, выполнены карандашом или ручкой в графической манере. На самом деле это вышивка. Чтобы добиться такого эффекта, шелковую нить нужно разделить на 24 части. И это под силу мастерицы. А вот автопортрет, вышитый крестиком, смотрится как настоящая фотография. Она художница талантливая. И вы знаете, я когда вот смотрю на ее работы, хочется жить и радоваться. И у нее очень большое разнообразие в ее творчестве. И вот мы стоим у портретов, у нее пейзажи, цветы как живые, хочется так и взять в руки. Вот ландыши, например, ну, астры там внизу. Конечно, выставка прекрасная, и она... Как говорится, на любой вкус, на любой интерес. А главное, тут покоряет мастерство высокого класса, это мастерство. И, вы знаете, откровенно говоря, даже не хочется расставаться с творчеством Клары Семеновны Сухаревой. Хочется вообще тут быть долго-долго. 150 таких реалистичных и объемных картин можно увидеть в областном центре народного творчества. Выставка продлится до 17 марта. Екатерина Старикова, Виталий Сергеев, «Губерния-33».